Грязь, ржавчина и черви. Полсела Припелица Санжирейского района жалуются на водопроводную воду. Беда началась 3 недели назад. В ней черви плавают в ведре. А что, если ее выпить? Они попадут в организм, и что с ними будет? Мы и так больные, а тут еще такая вода. Конечно, страшно. И эта вода обходится селянам в 144 лея за кубометр. За что мы платим? Не используем ее, боимся. 2 года назад была такая же ситуация, но тогда ее прохлорировали, а сейчас говорят, что все из-за канализации. Если один день нет воды, то на второй появляется грязь, черви, мелкие, рыженькие, тоненькие. По словам мэра села, проблема в том, что водопровод старый, его ни разу не ремонтировали, разве что периодически дезинфицируют цистерны. В них много ржавчины, трубы проложены еще в 70-х годах. Я считаю, что черви появляются из-за этого, да и то не всегда. Дезинфицируем только цистерны, мы не можем очистить всю систему. На ремонт водопровода мэрии нужно более 400 тысяч леев, которых у администрации села нет. Набрали всего 100 тысяч леев, на которые купили несколько новых труб и цистерну.